Re, viss ēters ir te! Жилой дом по соседству с местом памяти. Рижской думе не удалось договориться с эстонским инвестором о выкупе многоэтажки на улице Преденес-20. Там, где в 2013 году находился торговый центр «Максима», при обрушении которого погибли 54 человека. Таким образом, многоэтажку, под окнами которой будет расположен сквер памяти, будут достраивать. Более года Рижская дума и эстонская Прана Пропорти пытались достигнуть компромисса в вопросе будущего этого участка на улице Преденес. Компания надеялась сохранить построенное жилое здание, а дома его выкупить, снести и создать место памяти рядом. Однако продавать здание думе по цене земли инвестор не захотел. В итоге дом останется. На первых двух его этажах будет невозможна коммерческая деятельность. Там расположится парковка. Рижская дума со своей стороны снесет подземную стоянку и создаст сквер в память о случившемся. По словам главы комитета городского имущества Олега Бурова, с таким компромиссом согласны и члены общества «Золитуда-2111». Окончательное решение по этому вопросу еще остается за депутатами Рижской думы.